Магазин VIPTIME.RU представляет мужские наручные часы от бренда «Восток Европа». Данные часы полностью разрабатываются и производятся в Вильнюсе, Литва. Модель получила название Expedition Underground Everest. Часы комплектуются таким пластиковым чемоданом. Также в комплекте идут документы и дополнительный сменный кожаный ремешок с такими клепочками. Часы механические с автоподзаводом. В них установлен надежный японский механизм. Из дополнительных функций здесь присутствует индикатор день-ночь в положении 6 часов. А также есть функция запаса хода. То есть верхняя стрелка, она показывает, сколько часы проработают, если их не носить. Максимальный запас хода в районе 40 часов. Внизу индикатор день-ночь. Заводная головка завинчивается на резьбу. Водозащита 200 метров. Стекло у часов минеральное, утолщенное, К1. Его очень сложно поцарапать и трудно разбить. Оно гораздо прочнее, чем сапфировые стекла. Корпус стальной, матовый. Безель вращается в одном направлении, позволяет засекать время. Давайте посмотрим, как светится подсветка у этих часов. Тритиевая подсветка мужских наручных часов «Восток Европа Экспедиция». Колба с тритием светится в полной темноте более 25 лет, что очень практично. На заводной головке присутствует логотип производителя. Все часы «Восток Европа» выпускаются лимитированным тиражом. И эта модель не исключение. Она была выпущена тиражом 3000 экземпляров. На задней крышке есть серийный номер. Ремешок каучуковый. Для заказа часов заходите на наш сайт viptime.ru. Мы осуществляем доставку по всей России. Оплата происходит при получении. Спасибо за внимание.